Всем привет, друзья! Рад вас снова видеть на своем канале. Знаете, мне пришлось несколько серий, наверное, перезаписать по одной простой причине. Я пропускал свои любимые космические сражения. Нажимал на левую кнопку, вместо того, чтобы нажать на правую. Но, не знаю, здесь, наверное, больше всего времени я провел в космических сражениях, на самом деле. As the Clone Wars progressed, more and more ground-based legions found themselves pressed into space combat, including the fighting forces of the 501st. For months, every hour of our downtime was spent in the simulator, preparing for the time we would face our enemies from the cockpit of a 170. Finally, the day came to earn our wings. The CIS had staged a daring kidnapping of Chancellor Palpatine and was being escorted from Coruscant by a fleet of separatist ships. With only a few veteran pilots on planet, many of the 501st were pressed into service to drive off the Seps and buy time for a pair of Jedi Knights to rescue the Chancellor. На самом деле, здесь есть несколько вариантов, как победить. Один из вариантов – это действительно уничтожить корабль снаружи, взорвав все, что можно. Pilots and Marines, get to your ships. The Jedi are depending on you. Ну и еще один вариант — это залезть внутрь, взорвать генератор. Ой, да, уж здесь, я думаю, конечно, не будет такого прям эпика, как было раньше в сетевой игре. Знаете, как просто толпа народу. Так, точно. А, здесь нету второго пилота, да? Ну ладно, просто. Стоп, это же наши, зачем он по мне стрелял? Давай, заканчивайся. Так, значит, что? Истребители вражеские. Так, а вот вражеский огонь турели я ненавижу. Так, он... Хорошо, мне подсказка здесь была. Конечно, нет никаких кружков с упреждением и прочего. Это просто нужно на глазок. Да блин, давай же. Так, где-то еще один. Так, боевой разворот. Ух ты, что такое у вас тут. Турельки. Так, на верхней полусфере. Уху. А, не увернулся. Ладно. Так, я буду брать пилота. Здесь вроде десант не нужен. Где-то сзади один еще. Понял. Так. Так. Ты ж маневренная зараза. Блин, как это делается? Вот так вот. Отлично. Нет. Так, сбили. Хорошо. Значит, что-то... Что нужно сделать? Да, ну что ж, вражеский фрегат. Отлично. Вот! Вау! Умудрился в нашего влететь. Здесь каждый вот такой крейсер сопровождается такими малявочками. Ну, они, в принципе, на них стоит еще пачка турелей, поэтому... Так. Значит, первое. Правило пилотирования Star Wars Battlefront 2. Не влетать в союзников на выходе из ангара. Right.
быстрее до него добраться. Отлично. Pilots, focus your fire on the main CIS ships. We need their shields down as quickly as possible. Так, уничтожить вражеские щиты, насколько быстро это возможно. Отлично. Тут под таким огнем, как это сделать? Знаете, вот когда играешь в наземных битвах, там как-то не чувствуется, что ты поставил максимальный уровень сложности. Ну ладно, не всегда чувствуется. А вот в космических здесь и, видимо, намного умнее, и намного, они типа проще сбивают. Так, кто там? Дайте! Знаете, боевой разворот вот своим крейсером — это плохая идея. Нет, я сюда. Не сюдай. Все, спасибо. Хорошо, что и хотя бы уступают тебе место за штурвалом. Так, да, кстати, неплохо бы турельки уничтожить на самом деле, которые просто доканут. На самом деле это не единственный вариант, как их уничтожать. Их можно уничтожить, залезть внутрь. Привет, ребят. Давно не виделись. Ух, вовремя ушел. Ты быстрее в сторону. Нет, не получится. Меня на боевом развороте подстрелили, поэтому камера улетела куда-то вообще непонятно в какую сторону. Не надо за нашими гоняться. Да, мне, конечно, хочется выполнить цель задания. Ну, блин, просто пострелять, сбивать вражеские истребители тоже очень радует. Well done. Now that they're in disarray, fly into their hangar and land. Так, залететь в вражеский ангар? Здесь мне это дадут сделать. Садись! Use rockets or time bombs to destroy the internal systems. Ну, жалко, в ангаре почему стрелять нельзя? А вы меня уже ждали, да? На тебе. Здесь где-то должен быть медроид. Я же знаю, должен быть медроид. Куда ты собрался? Да вы там садитесь, устребители, взлетайте, а я здесь постою, чуть-чуть, ладно? Вы же не против? Что у вас так много? Спасибо, что подождал, пока здесь взрывчатка подействует. От него что надо? По-моему, им вообще как-то на меня по барабану, да? Ага, только я сказал, да? Как сразу вы мной заинтересовались. Я прав? Да. Так, тогда я возьму, пожалуй, уже не пилота, раз нужно внутрь. Десантника. Так, ракетница, винтовка, неплохо. Втроем летаете? Звено, серьезно? Первый раз вижу в игре, чтобы противники летали звеном. Ух, они еще у меня на хвосте сидят. Хватит по мне стрелять. Тут не врезаться! Так, ко мне уже гранат!
полетели. Да что ж такое? Как-то мне очень не везет сегодня. Ладно, как говорится, прорываемся по куполу. Чем вы так? Надо же было. Кстати, здесь можно играть еще и от третьего лица. На самом деле интересно получается. Знаете, практически как на Starline. Стрелять неудобно. Ну и все тому подобное. Вернулся от ракеты в последний момент. Неплохо. Так. Вы меня уже ждете, да? Крейсера здесь ничем не отличаются внутри. Так что то, что внутри, я уже знаю, к счастью. Система защиты, куча дроидов. Блин, а где медроид? Здесь же должен стоять медроид. Нет, идите нафиг. Где медроид? Так, ладно, попробую в ангар спуститься. Так, меня нет, вы никого не видите, меня нет, я вообще присяду. Я нет. Вот, например, я включаю то прицеливание. Вот от первого лица оно выглядит вот так. С приближением все хорошо. От третьего оно выглядит вот так. Поэтому не особо удобно. Не надо по мне стрелять. Вот это система автоматической обороны здесь. Отлично. Нет, я еще жить хочу. Так, отлично. Ну, кстати, мне не хватит этих ракет, чтобы уничтожить энергоядро. О, привет. Привет, мужик. Пока, мужик. Блин, мне... О! Ты здесь что забыл? Некрасиво перед носом спавнится. Нет ни боеприпасов, ни здоровья. Чтобы их получить, нужно выйти обратно в ангар. Зачем ты его ремонтируешь? Не надо это ремонтировать. Вообще плохой тон ремонтировать то, что только что взорвали. Ты не ценишь мои труды? Давай. Да хватит дергаться. Да, это он дергается. Это не я, косорукий, это он дергается. Так, ну думаю, не то. О! Бегом. Так, меня никто не видит. Я невидимый. Меня нет. Меня нету, я сказал, пошли вон, меня нет. Никого нет. Так, надо вот эту ерунду снести автоматическую. Так, у меня теперь есть заряды для ракетницы, так что... Блин, я про тебя забыл, что здесь появляешься, зараза. Раз.
Блин, мне не хватит опять? Серьезно? Да, надо было брать инженера, у него все-таки... Ну, не инженера, а пилота. О, отлично. Мне ауру дали на урон. Это неплохо. Тут постоянно, если набираешь больше каких-то там очков за одну жизнь, тебе дают бонусы. Это приятно. Так, отлично. Ну, такая рутинка сбегать с боеприпасами, ну, сейчас происходит, и тому подобное. Так, один в обойме, еще три, отлично. Не лезь туда. Знаете, когда видишь и этих дроидов, понимаешь, почему Федерация проиграла и что у них бокс и вообще. А, кстати, по-моему, вообще у них нету ИИ. Да, мне. А, мне вот эту ерунду надо опять забрать. Куда у него метка стоит? Я ж тебя взорвал уже, нет? Что мне надо сделать? Что я вообще уже не въезжаю. А, мне там вообще все надо было. Возьму пилота. Кстати, ЛААД здесь является также... подскажите, как это называется. Таким передвижным местом для респауна. Ух ты, привет! А, вот почему я не мог найти. Нужно было уничтожить мостик, который снаружи. Окей. Ай, по ангару лазю. Сумасшедший. Ну ладно, зато чуть пофанился. Ух ты, а, они со мной, наведением, я не знал, что это было. Well done, gents. With flying like that, the Republic is well on its way to victory. Отлично. Можно было уже пару минут назад закончить, наверное, эту битву. Но как-то так. After disabling the final capital ship, General Kenobi and Skywalker took advantage of the opportunity we'd created and rescued the Chancellor. Took all the credit too. Ну, как обычно, ИИ, поэтому здесь даже можно особо ничего не смотреть. Я не буду сохраняться, буду уже отдельно каждый раз при выходе из игры сохраняться. Так что, ребят, спасибо вам за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайк и приглашаю вас в ВКонтакте и подписаться на свой канал. Все, давайте, удачи вам, пока, до встречи.